Всем привет, меня зовут Ксения, и вот он наступил момент, вот она наступила отправная точка, когда пора шагать во взрослый трейдинг, пора делать серьезные бабки и двигаться в этом направлении. Как вы знаете, несколько лет я копила знания, опыт в бинарных опционах, но бинарные опционы это, блин, что-то среднее между настоящим рынком и ставками на спорт, но... Мне это надоело, и к тому же вот в 2021 году я еще не могу никак заработать, я очень много потеряла на бинарках. Никакого кайфа. И поняла, что, скорее всего, вот она точка, когда надо все, надо уже двигаться дальше, надо развиваться. В планах есть стать самым крутым трейдером сначала в России, потом в мире и потом на планете, в галактике, во вселенной. Not bad. И очень надеюсь, что через несколько лет я смогу вот это видео вам показывать, как вот, смотрите, я начинала. Весь свой путь вам показывала, поэтому лучше подписаться на канал и включить уведомления, вдруг вы реально пропустите какой-то мега крутой путь мой. В этом видео расскажу, какой у меня на данный момент стоит план по трейдингу, расскажу про несколько видов трейдинга, где я могу сейчас применять технический анализ. Немножечко иду ва-банк, в том плане, что слила я уже много, закинула сейчас в общей сложности там 5 туда тысяч баксов, 5 туда там, парочка там, и в общем, сейчас у меня наличного капитала, наверное, осталось пару тысяч долларов. Поэтому этот план не имеет просто права провалиться. И этот план мне должен к концу года принести приличную сумму денег. Ладно, сейчас расскажу по шагам, что я буду делать. На долгосрок в капитал я буду откладывать 10% от всех доходов в долларах, очень важно в долларах, в акции ETF-фонды. Для этого я использую брокера Тинькофф, личный кабинет. Вот, тут у меня сейчас 206 тысяч всего лишь, потому что я откладывала сюда 10%, снимала, откладывала, снимала, и сейчас я хочу четко поставить, что ни при каких обстоятельствах, как минимум 5 лет не залезать, ну, не снимать деньги. То есть вся суть в том, что я буду знать, что у меня есть бабки, что у меня есть акции, которые приносят мне ежегодно очень много денег. Принципиально вкладываю в акции только в долларах. Все, ни в евро, ни в рублях, тем более в рублях вообще не покупаю акции, только в долларах. Это мое правило и как бы так. Вам оставлю ссылочку на регистрацию брокерского счета, вам должен брокер дать там сколько-то акций в подарок по ней и месяц бесплатного обслуживания. Очень приятный бонус, поэтому, ну, короче, ссылка в описании. Это долгосрок, с этим разобрались, это будет мое безбедное будущее, моя страховка и так далее. Средний срок. Открыла Форекс, два счета по 5000 долларов, чуть позже расскажу про второй. Один из них вот на средний срок, то есть просто захожу там на месяц, на два, на три, если плюсик закрываю, в общем, что-то такое более-менее уверенное. И криптомонеты, 1000 долларов. Пока что решила больше делать упор на Форекс, потому что я больше пока что доверяю нормальным деньгам, нормальным валютам, но криптой просто подстраховываюсь, потому что многие говорят, что это валюта будущего, и как только я увижу предпосылки к тому, что действительно это не мыльный пузырь, это валюта будущего, буду переливать потихонечку капитал туда. А пока для меня верняк верняковый, это Форекс, который работает уже не одно десятилетие. Так как мне нужен прям верняк, 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 я делаю упор на Форекс. Сейчас расскажу про брокеров, которых выбрала в этой теме, но сначала скажу про заработок. Чтобы вкладывать в акции, чтобы вкладывать там, покупать монеты и так далее, надо зарабатывать. А на чем зарабатывать? Естественно, на трейдинге. Для заработка я выбрала. У меня второй счет по Форексу для скальпинга на 5000 долларов открыла. 24 мая закинула депозит в 5000 долларов. И получается прибыль уже 1200. Но посмотрите, я допускала жесткую просадочку прям в 2500, то есть наполовину депозита. В общем, просто нарушала все правила, но, естественно, в видео я такого показывать не буду. В видео я буду показывать только правильную торговлю, только правильные объемы с объяснением и так далее. Все буду рассказывать, как зарабатывать прям от А до Я. Как зарегистрировать счет, как пополнить, как создать себе демо-счет и... как скальпировать. Брокера выбрала Amarkets. По моей ссылочке в описании вы получите пожизненную скидку на комиссию. То есть каждый раз, когда вы открываете сделку, у вас идет комиссия, которую вы платите брокеру. Ну, спред или фиксированная комиссия. В любом случае. И как раз-таки по моей ссылочке вы получаете скидос. Поверьте, на долгосроке, если вы посчитаете, эта скидка вам сэкономит реально много средств. Регистрируйтесь пока. Открывайте себе демо-счет, буду сейчас выпускать потихоньку пошаговые видосики, как все делать, как действовать аккуратненько, потому что, ну, у меня вот два счета, получается, вот этот на долгосрок и вот этот на, ой, на средний срок и для скальпинга, плюс у меня есть один демо-счет, на котором я тренировалась, на котором я тренируюсь, и главное здесь не торопиться, вам это будет реально приносить много денег.
если вы научитесь не торопиться. Минимальный депозит в $100. Не помню, говорила вам это или нет, но, короче, вот. Кстати, сейчас чуть-чуть позже в конце видео расскажу про чат, который я решила создать абсолютно бесплатный, без всяких пополнений для трейдеров, где вы будете между собой общаться, где я буду сидеть, общаться, отвечать на ваши вопросы, выкладывать периодически какие-то инвестиционные идеи, какие-то фигуры, которые я вижу на активах. Подробнее про этот чат расскажу чуть-чуть попозже. Сейчас давайте вернемся к сути видео. В крипту, во фьючерсы. Фьючерсы — это очень рискованный вид торговли. Это практически то же самое, что бинарные опционы. Это очень рискованно. Во фьючерсы я решила изначально пока что вложить $100. Естественно, потом буду докидывать, все это вам показывать. Здесь выбрала брокера Binance, Binance кто-то называет. Не пополняла еще, потому что лоханулась уже с Форексом, пополнила, не записала на видео. И поэтому здесь буду пополнять для видео. И мне придется еще и третий счет на Форексе открыть чисто для видоса, чтобы показать, как пополняется, как это все делается. В общем, также ссылочка со скидосиком будет в описании. Здесь будем покупать криптомонеты, будем торговать фьючерсами, также здесь есть маржинальная торговля. Все буду рассказывать потихоньку, по ступенечке, но не с таким фанатизмом, как про нормальный рынок Форекс. Ну и бинарки у меня остаются, но, скорее всего, на этом канале вы не увидите. Это просто я вам рассказываю свой план действий. Как я буду зарабатывать и на чем я буду зарабатывать, чтобы вы знали. А то очень часто мне пишут, а на чем ты зарабатываешь? Ты зарабатываешь на рефералке так, так и так. Рефералки и так далее — это все дополнительные источники дохода, которые уже давно не приносят таких цифр, как они приносили раньше, потому что раньше очень-очень большая активность была, очень много людей торговали, сейчас все же людям интересно более взрослое, так скажем, направление. И, конечно же, про бесплатный чат. Чтобы туда попасть, напишите мне в телегу. Вам нужно будет всего лишь зарегистрироваться у брокера, то есть не нужно ни пополнения, ничего, просто нужна ваша регистрация по ссылочке. И то это чтобы просто как-то отсеять определенное количество людей. Согласитесь, если сейчас 1000 человек придут в этот чат, то я не смогу и всем на вопросы отвечать, я не смогу общаться, вести беседу и диалог. И поэтому условием будет только регистрация по ссылочке. Скоро у меня выйдут курсы, подробнейшие курсы, как зарабатывать на Форексе, на крипте. Это будут платные курсы, сразу говорю, чтобы вы не думали, что я буду тут просто раскидывать бесплатно очень ценную информацию. Как я поняла на опыте с бинарными опционами, бесплатные обучения, бесплатная информация не ценится, как должна цениться. Поэтому будет какая-то символическая цена. Запускать я эти курсы буду в ближайший месяц, поэтому советую включать уведомления во всех социальных сетях, потому что первые люди, кто будут покупать, будут иметь очень хороший скидосик. В каком направлении двигаюсь, рассказала. Чтобы вступить в чатик со мной, по ссылочке в описании телеграмчик. Переходите, смотрите. Курсы скоро запускаю, чтобы каждый из вас смог прям с размахом двигаться в направлении трейдинга. В общем, ладно, буду заканчивать это видео. Схематично мы с вами пробежались по главной теме. Забыла, кстати, сказать, что сняла для вас видео по нон-фарму. Очень интересное получилось. Включите уведомления, чтобы его не пропустить. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Желаю всем хорошего настроения, всем огромного профита. Всем пока!